Блядь, ребята, 2К17 год, нахуй. Чувак играет Wild Deck, он вообще походу не играл или чё, я хз. Это же с древних богов или, ой, когда, откуда-то, короче. Наксрамас вроде бы. Наксрамас, алё. Он аут, он уже давно аут, Накс аут. А здесь играет вот этот чувак, 2К17 года, в сентябре, блин. Я охуеваю, блин. Вы посмотрите, это старая дека, я не знаю, что мне сейчас ждать от нее. Это все. Пипец какой-то просто. Окей, Вайди. Ну, конечно. Ну, у чувака типа 6 побед, одно поражение будет. Как? Фак. Правильно, вот с этими пауками сбалансными. Слил скатку на больше пауков на вот эти вот эти все карты нормальные, вот этот он с Вайлда, вот этот, ну этот не с Вайлда тоже, это хуета точно с Вайлда, да и этот рывок 2-1 вроде вышел, точно не могу говорить. Так, я сыграл, конечно, сейчас. О, пожалуйста. Как это просто такой бред. Алло. Темпу играть, а не по одному существу выставлять. Что теперь сейчас? Рагнарос выйдет? Ой, я не могу вообще. Играл, все нормально было. Но. Угу. Нормально было до поры до времени. Когда он, блядь, пока чувак с Wild режима не зашел сюда. Но. Bloodlust. И все, мне ГГ, кстати. Bloodlust. Вроде бы. 5, 8, 5, 6. Так, это что? 13, 19. Да, мне ГГ, если Bloodlust. Bloodlust здесь нету. Слава богу, хоть чего-то у него нету. Хил тотем. Все рушит планы мои. Окей, я возьму это. Ну вот это что такое вообще? Хилбот у него в колоде есть. Я вообще в ахуе. Вау, чувак, вау. Я планирую сейчас дракона сыграть, если он меняться будет, это вообще нормально. Сыграть дракончика, почищу стол таким образом. Да. Думал, еще что-нибудь поставит. Ну что, время на свою сторону игру переворачивать. Окей. Сейчас, топ декнул что-то. Ок. Really, dude? What the fuck is this?
что это будет сейчас. Что сейчас будет, ребята? Может, нет. Таунт еще нашел. Вторая. Второй бомбер. Бомб-лоббер. Второй, да. Это вообще нормально, нет? Лол. У этого чувака дека просто сумасшедшая. И еще тем более она с Вайлда. Вау. Окей, бади. Давай посмотрим, что у тебя на этот ход, что ты там поставишь. Давай. 13 карт у него. Fire Elementor номер 2. Я не знаю, я его воровать, наверное, буду. Потому что тут вечные таунты, просто вечные, да. Окей. Сейчас 8 в лицо так неприятно будет. Даже 10. Блять. Окей. Сколько у него урона? 3 плюс от этого 2, 5. Сколько это? 7, 8, 9 урона у него вано налетало. Шреда. Вау. Что за колода? Вау, что за колода? О май гад. Сумасшедшая колода просто у чувака. Да. Это он сколько не играл, получается, и она у него все была, что ли? Он ее когда-то давно, что ли, создал, и только решил в Хардстоун зайти. Это просто пипец. Это у меня первый раз в жизни я встречаю Wild Deck. Да, ясно, короче, это просто пипец.